Проект сварочно-инструментальная тележка, часть вторая. Закончил варить первый уровень и зачищать. Так вот получилось. К сожалению, швы не очень красивые, но довольно крепко. Здесь будет ложиться дно на эти упоры, прикручиваться, будет нарезаться резьба М4. В общем, вот так вот получилось. Останется заварить еще отверстие и приварить ножки под колесики. Вот такая вот будет тележка.